Ёханый ты бабай! Добрый день, дедушка. С войны столько не видел. Ё-моё! Пожалуйста, интересуемся, выбираем. Слушай, а есть у тебя такое вот, знаешь, вот чтобы громко, чтобы вот так вот, та-да! Есть вот такое? Оружие? Ну да, вот такая вот волына такой, пекаль, та-да! Вот так вот. Чтобы... Вот есть любые, пожалуйста, можете посмотреть. Да мне не важно. Какой калибр нужен? Калибр? Ну, метра два такие лысые. Понажираются, понимаешь? И вот сидят под подъездом вот это вот. Ленинград! Вот это вот. А мне надо, чтобы... А я же на первом этаже живу. Чтобы я так вот тюль отодвинул. Так тихонечко так дуло высунул и дробью так. И тишина. Не, дедушка, можно все, если есть справка, можно купить все, что... Не-не-не, только без справки. Почему? Я пробовал со справкой, это тупиковый вариант. Нет, тогда другое, выбирайте что-нибудь другое, это нельзя, это только со справкой. Как, ну, а есть такой поменьше, чтобы в карман кожаного плаща поместить? Да, да, вот есть поменьше, пожалуйста. Я иду такой в своем кожаном плаще такой, по рынку иду и говорю, почем мясо? Она мне 70 гривен, я так, ту! А у вас? Извините, что кровью забрызгал. Ой, цены сразу вниз пойдут, понимаешь? Дедушка, тут нужно... Без всякого правительства дедушка будет регулировать цены на рынке. Такие, какие дедушки надо будут цены, ты понял вообще? Нет, дедушка... В кожаном плаще дедуган. Нужна будет. Справка для этого, давайте... Да, не надо справки никакие. Выбирайте надо... другое, выбирайте что-нибудь еще. Слонобой есть у тебя вот это? Да, вот это вот есть? Вы на слонов будете охотиться? Да нет, понимаешь, это же аллегория. Так. Это аллегория, человек, он вроде бы как бы снаружи человек, а внутри тварь толстокожая, понимаешь? Вот ты вот стоишь в метро, он прется уже как бы некуда. Ему говорят, останься, сейчас другой поезд будет. А он лезет. И тут неизвестный дедушка в плаще говорит, а ну-ка, подвиньтесь. Обережно. Двери сочиняются. Дед, нет такого у нас. Это только по справкам, дедушка. Давай, решай, что нормально. Есть справки, что все по справкам. Мина есть у вас? Какая мина? Мина, чтобы реагировала на звук. На какой звук? На звук льющейся мочи. Как это? Как это? Я в лифте ее ставлю. Он зашел, только штанишки расстегнул тут. Та-да! Только писюны по стенкам разлили. Дед, нет такого, не бывает такого. Давай, выбери что-нибудь реальное и уходи. Слушай, а робота можно... Какие роботы? Робот, ну, вот, точно как я. Вот вылитый дедушка. Даже в кожаном плаще такой робот. Вот чтобы он зашел в совбез, вот так вот встал и сказал две фразы. Какие фразы? Пенсия есть и умрите, суки. Нет роботов, нет, роботов нет. Роботов нет. А я... вот это, я «Звездные войны» видел. Видел «Звездные войны», там вот эти мечи. Вот эти. Есть такие? Полно, полный магазин, давай, выбирай, давай. Давай. Я стою, понимаешь, меня прихватило. Я ловлю такси, говорю, сынок, до поликлиники сколько будет? Он говорит, 60 рублей, дедушка. А я ему так... А с одной рукой за 5 довезешь? Вот сегодня закончились. Вот завтра будет новый завоз. Сегодня нет. Нету сегодня их. Бомбу нейтронную хочу. Нейтронную бомбу. Без справки можно? Можно без справки бомбу. Легко. Маленькую такую. Есть наличие, пожалуйста. Маленькую, вот такую, чтобы вот так в городе бросил. Есть такие. И как бы городу ничего. Вот вообще ничего. А в 16-й поликлинике в 325-м кабинете по стенкам размазала этих уродов. Хоть сейчас, дедушка, вот лежит бомба. 15 тысяч долларов. Давай, забирай ее, давай. Это дорого. Понятное дело. А вот этот костяк почем? 40 гривен. Ух, как цены у вас поднялись. А вот это за 5 гривен что? Краска, вот эти полоски малевать. А, краска? Да. Давай краску. На, вот на, краску дед возьмет. На, на, на тебе 3 гривны. 5 гривен. Сейчас 3 даю, сейчас 2 донесу. Сейчас я их голыми руками буду душить всех.